присматриваете себе, да, сейчас жилье? Ну да, хотим купить квартиру побольше в связи с увеличением нашей семьи недавней. Вы хотели бы жить на набережной? Да, хотела бы, но при условии, если будет в домрайоне развита инфраструктура, детские сады, поликлиника в пешей доступности, прогулочная зона на набережной, оборудованная, не просто дикая такая, чтобы можно было с ребенком выйти погулять, площадки детские. А на каком этаже хотели бы жить? Ну, от 10 до 15. В любом случае, около воды. Всегда потише, поспокойнее, да? Ну, есть определенная проблема с самой Москвой-рекой. То есть, она довольно, извините за прямоту, загаженная река. Ну, честно, да? И как бы не факт, что там очень хорошая экологическая обстановка. А в целом, ну, естественно, какой человек не хочет жить на набережной? А на каком этаже, если хотели бы? Если хотели бы, наверное, повыше. Это около самой воды не очень. Повыше это... Это выше, да, это верхотура. Как-то так.